Видимо, попробует отстрелять. Да, тройки развернулись, развернули свои дула, сотки тоже. Ну и так частично, так сказать. И что, а? Команда Клик у нас едет назад. Едет назад, и похоже, это такая будет действительно раскачка соперника. Ну и команда Сталита понимает, они два танка зацелены в город, два танка зелень, они ждут со всех сторон команду Клика, и это все правильно. А команда Клик будет пробовать раскачивать соперника, я так понимаю. Остаются все-таки в городе, команда Сталь решила играть в город, неизменно, никуда не едет, это исключительно деф. Это действительно деф. Т1 отправляет ближе к базе, да, туда в маленький город, светить, кто приедет, вдруг захват, все правильно. Один Т1 у нас на G1. Ну и что ж, команда Клик сейчас будет выходить с первой линии. Ну, встретят ли их? Да, сюда зацелен 50-101, Т1. Да, целых 2 50-100 мы с вами видим. Ну что ж, встретят, похоже, ребят. Давайте смотреть. Но вот остальные два танка зацелены абсолютно в другую сторону. Хотя нет. Подозревает что-то команда Сталь. Действительно подозревает. Ведь все-таки 2 минуты уже, а выходить как-то надо. Все верно. Минута 50, и команда Клик тоже ехать особо не хочет. Ребята тоже осторожничают, но хотя есть небольшое преимущество у ребят по ХП. 90-й там полушотный, и он где? Ага, он у нас вместе с Т1 дефит базу, а все остальные танки ждут. Ждут, пока к ним приедет команда Клик, но приедет ли она? А вот в чем вопрос. Вроде бы собираются ребята, но пока непонятно как собираются. Ага, все-таки решили выходить через малое кольцо. И что, они сейчас могут увидеть ИСа третьего, который тут стоит, в принципе, на стандартной позиции. Так и есть, он может сейчас борт просто кинуть, и он, похоже, уже видит бига. Нет, да, видит, но не проходит урон. Не проходит. Биг первый дал шот. Что ж, пока для кликов складывается все очень даже неплохо. 40 секунд. 40 секунд, надо что-то делать, надо как-то действовать. Встречают сотки там уже бига. Уже понимают, 90-ка подтянули, но что, будет какая-то битва или все же нет. Ну, а команда Клик тоже. Два танка проехала. Дальше. Ага, убивают первого. Ну, убили только лишь Т1. 10 секунд. 10 секунд. И... 5, 4, 3, 2, 1. Выходит Джаз, но его не заберут. Конечно, не заберут. Все, у нас ничья. У нас снова ничья. У нас будет играться второй раунд. Ну что ж, сегодня прям сложные. Такие тяжелые матчи у нас идут. Ну и смотрим второй матч, ждем смену респаунов и будем смотреть второй матч. А пока что я, наверное, обращусь к турнирной сетке, что же у нас здесь, решилось что-то или нет. Пока что ничего не решилось, фикусы прошли Кунфуи Лайф, игра со сливаем по КД, клик со Сталью, Сейнс со Спидгейминг. Ну ждем полуфиналистов, кто же определится. Ну и ждем ребят, пока они выставят новые сетапы, соберутся и будут играть второй раунд.
brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Ну и команды готовы, команды собрались, команды расставили технику, сделали репит. И репит таки довольно серьезный. А ребята настроились на победу, и те, и другие. Сколько ничьих-то может быть? Ну и осталось дождаться. Есть. Мы дождались. Смотрим на сетапы. Команда Клик 4.50-100. Это будет хорошая, похожая атака. 1.13.92 первых у команды Сталь. 3 сотки, 2 тройки, 2 первых. Ну, тоже тяжеловатый сетапчик. Ну и 50-100, похоже, здесь именно надо отдавать. И 90-ку тоже все свои барабаны. Надо разряжать, попадать, пробивать, и тогда все будет очень даже хорошо. Ну что ж, смотрим. Смотрим за разъездами, за теми событиями и смотрим, кто же станет полуфиналистом. Команда Клик. В принципе, мы уже видели эту стратегию от команды Клик. Да, сотка город. Все остальные танки малый город. И команда Сталь. Что же будет делать команда Сталь? А команда Сталь играет всей командой город. Вот так вот. Вот так вот, да. Команда Сталь, по-моему,
Ну, любит играть город, похоже на то. И ребята прям зелень. Видимо, у ребят на зелень не очень получается. Ага, вот так вот. Это действительно best dev своей базы. И, видимо, встретить на углу или как? Пока мне непонятно. Ты первого отправили на подсвет, на то, что... На возможность того, что с нулевой линии кто-то приедет и отстреляет его? Ну, не знаю. Посмотрим. Команда стали снова встала в деф. Ну, как бы одну соточку оставили на... Вдруг кто-то приедет из города, а вот все остальные танки у нас смотрят зелень, но именно практически в кругу своей базы ребят стоят. Вот это на самом деле я вижу первый раз. Первый раз такое. Ага, две сотки все-таки вот так вот, да. На у кликов пока что вот так, 50-100 и ты первый в городе. А все остальные вместе с Тэшкой 90-кой 300-ки. Угу. На зелени. Да, интересные расклады, но пока что команды ждут, пока что команды просто стоят. И опять же, команда стали, ну, поставила свои танки так, что они смотрят на зелень частично, смотрят частично город и ждем. Ждем, как это будет играться в первую очередь. Ну, на углу прям стоят. Из третьей. Не понимаю я, конечно, для чего это было сделано, хотя можно бы и пробовать атаковать. Так, и вот пошли блайнды в нулевую линию. Или все-таки увидели 90-го? Нет, увидели Т1-го. Увидели Лафыс, по нему кинули пару блайндов, конечно же, не попали. Если Лафы сейчас засветит абсолютно всех, и он прямо на Тэшку сейчас едет и может ее увидеть. Да, так и есть. И забирает его. И, ну, быстренько отстреляли Т1-го. Хорошо. Ну что ж, а команда Сталь также продолжает стоять. Три танка ждут, что кто-то приедет к ним из города. Два танка стоят здесь возле своей базы, но друг от друга они не отъезжают. И, ну да, готовы к тому, чтобы и с той стороны к ним приехали, развернуть дуло и пробовать как-то стрелять. В принципе, ты первый. Я так понимаю, понял, что, где и как. Ты первые встретили друг друга вот здесь, возле малого города, нашли друг друга. 2 минуты 50 секунд. Команда Сталь также продолжает стоять. Команда Сталь ждет своего соперника, что он к ним приедет. Но печально, конечно, это смотреть. Надо как-то действовать, надо как-то двигаться и что-то делать. В первую очередь команда Сталь ехать никуда вообще не собирается, что первый бой, что второй. Они просто ждут, пока приедут к ним. Ну, к сожалению, такая вот стратегия. И что? Сталь отправляет второго Т1. Отправляет второго Т1. В принципе, туда же, на то же место. Также искать инфу, чекать информацию. Вот так вот. Проходят блайнды. И прошел по 90. По СУ-3 ведь блайнд прошел. Вот это да. Очень даже неплохо проходят блайнды. И Рокоту оставили всего лишь 998 хп, 1000. Ну, Рокот в ответ сейчас кидает блайндами, но нет, этот блайнд уже не прошел. Хотя, может быть, это было не блайнд, а, ну, хотя 90 из такого расстояния, не знаю. Не знаю, не знаю. И да, сейчас блайндят в ответ из третьей. Ну, действительно, ему обидно, потому что все-таки по нему блайнд прошел. Конечно, как еще не зацепили сотку, я не знаю.
Да. И Стрейди действительно обиделся и продолжает кидать, понимают ребята из команды Сталь, что там на нулевой линии команда Клик. Минута. Тем временем минута. Даже 50 секунд. Команда Сталь. Команда Сталь почему-то, ну, боится своих соперников. И просто хочет их встретить. Она не хочет атаковать. И, кстати, я порадуюсь тому, что завтра у нас атака и защита. И завтра вот этого не будет. Завтра не будут команды стоять. И что у нас? Сутка перетягивается ближе к остальным. Ждут всех с города. И встретить у нас встал за домик. Коварно встречать базу. И что это? Что это? Мы видим. Не ноунейм, но плей. Я извиняюсь. Команда Сталина все-таки что-то решила. Да, она решила сейчас, они, походу, встретят Джаста. Или нет? Нет. Ну да, они кого-то ждут оттуда. Но не дождутся, так как 3 секунды осталось. Всего лишь. И это еще одна ничья. Да, я был прав, когда сказал, что раунды будут проходить тяжело. Очень тяжело сейчас проходят раунды. Но в первую очередь это все зависит от команд. Когда одна вроде бы пытается атаковать, но ехать надо аккуратно, а вторая ехать никуда не хочет и просто засела и дефится. Да, выглядит это, конечно, как-то незрелищно. К сожалению, но... Ждем. Ждем еще одной смены респаунов и отправимся на третий раунд. Я думаю, третий все-таки будет решающим. Ну а что ж, я могу сказать, что команда Speedgeek прошла команду Saint. Она уже в полуфинале. К ней присоединится или команда Click, или команда Сталь. Сливаем ПКД. Прошли команду Gra. И они ждут или Kung Fu и Life, или Фикусов у себя в полуфинале. Готова команда Сталь. Осталось дождаться готовности команды Клик. Нет, команда Сталь еще не готова. Команда Клик готова. Да. Пока что меня ничего не радует. По сетапам изменений нет. Ну и я надеюсь, дождемся третьего раунда. И еще раз меняют. Команда Сталь решила поменять состав танков. Это еще один репик. Это снова такой затяжной бой. Да, для стримера это на самом деле очень тяжело, что вот так вот все долго. Все довольно-таки утомительно. Тройку меняют на 90-ка. Нужна какая-то инфа, видимо, ребятам, потому что просто так стоять без инфы, да, действительно сложно. Да-да-да, все верно. Я так и напишу. Действительно угадали. Не 7, а даже целых 14 минут элитного стояния. Ну и ждет нас еще 7 минут. Все прекрасно подмечают ребята, все понимают, но я надеюсь, сейчас наступит развязка. Я очень на это надеюсь. Ну и да, да, пора начинать. Пора начинать по сетапам у команды Клик. Все так же... Нет, не все так же.
Три сотки, тройка, девяностик, два ты первых. И у команды Сталь три сотки, тройка, девяностик, два ты первых. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Но я не хочу, чтобы мы вернулись к ничьей. К очереду ничьей я хочу, чтобы кто-то сейчас выиграл. Чтобы кто-то прошел нас в полуфинал, и мы продвинулись вместе с этой командой в полуфинал, а дальше и в финал. Я этого очень хочу, поэтому смотрим за разъездами команд. Команда Клик у нас, да, команда Клик с этого респауна, у нас играет зелень. Также Т-шки стандартно в город, все остальные зелень. И тем же сетапом команда Сталь у нас собирается играть город, да? Команда Сталь также играет город. Пока что все абсолютно так же. Так же, как уже и мы это видели, действительно. Только сейчас на зелень поехал Т1. Небольшие изменения, это уже радует. Ну что ж, решится ли кто-нибудь пропушить зелень или пропушить город? Может пропушить город Сталь, может пропушить зелень... команда Клика, может команда Клик пропушит город, давайте смотреть. Я надеюсь, что кто-то что-то будет делать, мы увидим активные действия, и кто-то кого-то убьет, у нас будут взрывы, выстрелы, ну и все тому подобное, то, что присуще танковой войне. И я хочу заметить, что абсолютно так же практически сейчас и встали команды. Абсолютно так же, все стоят идентично так же, да, только 90-й подъехал к Т1 поближе здесь и контрит выезд с первой линии, ну или с центра даже засвет, видимо. А танки, в принципе, расположены абсолютно этим же образом. Ну что, команда Сталь все-таки продвигается дальше, они понимают, что нету кликов в городе. Да, 90-й уже просветил первую линию, и это все понял, сотки решили посмотреть дальше, они продвигаются ближе. Двигаются ближе, но ну так вот, да, посмотрели и ушли. Я-то думал, сейчас будет атака, а оказалось нет. Оказалось, это просто посмотрели и поняли, что ага, сейчас к нам приедут зелени. Ох, это не филиппинский деф, а остальной деф, действительно остальной. Команда Сталь, не зря, я теперь так понимаю, почему они назвались командой Сталь, это стальные нервы. У ребят, и они просто действительно стоят, как сталь, непробиваемая сталь, и просто дефят. Смотрим, получится ли у команды Клика разрушить этот деф, разрушить построение стали. Сталь уже ждет команду Клик зелени, ждет возле своей базы, зацелились туда, только 90-й и Т1 у нас. Ага, 90-й и Т1... По-моему, решили задумать что-то хитрое, но 90-го подсветили рокота, уже блайнд прошел, не блайнд, а выстрел по 90-му. Но не попали, к сожалению. Не попали по 90-му. Сейчас он здесь один, да, и он понимает, что надо убегать. Надо убегать. Иначе могут и отстрелять парня. Пытается выцелить он Т1, я так понимаю. Пытается выцелить асфальт, а проходят блайнды. Но пока что... Эти блайнды немножко мимо. А если сейчас, вот именно Т1, как сейчас и идет, и выйдут в первую очередь на СА 3 по малому кольцу, как и в прошлый раз, то могут забрать тройку, потому что она все-таки немножко, но отрезана от остальных танков. Ведь две сотки контрят у нас базу. 1.50-100 также контрит базу, и Т1, и 90-ик там, у фонтана. Ведь могут это ребята сделать, и, по-моему, они так и собираются ехать. Но получится ли? Еще и тройка кормой стоит. Ой-ой-ой, если сейчас так и будет, то... Нет, все-таки из третьей увидел, что танки едут, заподозрил что-то и будет сейчас отстреливать. Есть урон по сотке, но и все-таки тройка получила. Перетягиваются уже, танки устали. Клики все-таки поехали атаковать, перетянули соток, сотки возвращаются на свои стандартные позиции, где они уже и были.
И что? Devil Driver сейчас просто в корму может зайти. Он увидел Бига, он увидел тройку и сотка. Охотник в танке также выходит. Бига, по-моему, сейчас заберут. По-моему, Бига потеряют. Да, Бига, похоже, потеряют. Надо сейчас выходить и просто правых соток забирать, помогать. Бигу надо хотя бы какой-то урон давать, хотя бы что-то давать. Так и делает он, отлично. Бига добрали, но могут Devil Driver добрать. Отлично, добирают Devil Driver. Сипуми сейчас могут добрать. Ну что ж, надо давить. Надо давить. Команде клик. Хотя уже, видимо, поздно. Уже половина на КД. Ну и Алексей пока что в одного тут. Высота третьего. Пытается идти. 90-й. Возвращается ближе к своей базе. Сотки тоже уходят. Главное уйти, видимо, без засвета. Ну что ж, мы увидели активную игру сейчас, но пока что это все. И пока что решили, ребята, встречать. Ага, 90-го решили загнать с центра, но я... Могут его там поймать, могут его поймать. Или все-таки 90-й поехал на захват. Смотрим. В первую очередь смотрим. Ну и команда Сталь также давить не собирается. Не собирается. Собрались там же, на тех же позициях. На, насколько я понимаю, малое кольцо, большое. Вот это вот кольцо. Как-то так их называют. Ребята, ну и тем самым 40 секунд. 40 секунд и дождемся ли мы победителя в этом раунде. Вот так, есть урон по соткам. И могут добрать сотку сейчас. Хорошо, очень хорошо сейчас. Хороший отстрел. Добрали сотку, отлично. 30 секунд, могут еще и со третьего добрать. 50-100 на КД, 50-100 убегает. Можно давить, ребята, можно давить соткам. Он увидел, что там 90-й. Он пытается контрить 90-го Тема. И все, не знает команда Сталь, что сейчас делать. Ну а в принципе все. В принципе преимущество команды Клик есть. Они снова побеждают в один танк. Потому что есть 90-ик, есть 200-ки, и все, команда Сталь остается в четвертьфинале, а команда Клик проходит в полуфинал. А проходит она у нас в полуфинал к команде Speed Gaming. Да, так и есть, к команде Speed Gaming проходит команда Клик, ну а Конфой Лайф и Фикус еще не решили, кто из них там тоже пройдет дальше в полуфинал. Ну что ж, ждем и смотрим. Ждем полуфинала.
It's a beautiful life, it's a sweet life. It's my life, it's your life. Tonight, tonight, that we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. When the sun is out and the moon is asleep, it don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free. Fiesta forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. La bella vida. It's a beautiful life, so let's all get along. Turn up the beat and dance with me. Get on the floor where you're supposed to be. Pay no fee, tonight we all free. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta. Fiesta forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. La bella vita. It's a beautiful life, so let it in your heart. La bella vita. It's a beautiful life, no matter who you are. Put your hands up.
EDM people. Special mix. Best electronic music from all over the world. EDM people. Just one time.
Best electronic music from all over the world. We'll be right back.
Ну что ж, мы вернулись с вами, друзья, в полуфинал, наконец-то. Вроде бы все утряслось, вроде бы мы уже заряжаемся в бой, команда Speed Gaming, у них 3 сотки, 23-х и 2 игрока. Не получилось взять с собой, так как аккаунты у них не привязаны, не по регламенту это. У команды Клика 3 сотки, 23-х, 21-х, Т1 сейчас могут как раз таки сыграть злую шутку с командой Speed Gaming. Причем запросто. Смотрим за тем, чтобы, и надеемся, чтобы у нас не было затяжных и долгих боев. Это в первую очередь, я на это надеюсь. Ну и ждем, кто же будет финалистом. Кто же выйдет в финал? Кто же у нас сыграет? Сыграет этот раунд лучше других. В общем, смотрим. Смотрим полуфинал. Итак, по разъездам команда Клик у нас занимает сотками гору. И третьи идут чекать центр. А вот команда Speed Game 3 сотками, что едет на банан. 3 сотки банан. И третьи также в бойницу занимают. Ближе GT 1. Банан через центр. Ну что ж, это может быть отстрел с горы. Может быть и нет, да, пока что мы уже такое видели, через банан, выход в центр сотками. Но главное, сам третьим сейчас не подставиться. Ага, 2 сотки из третьих заходят, сейчас на ИСов третьих, просто по полной программе это будет разнос. И сам третьим надо максимально сейчас отдать урон, поймали кликов, там бежит и сотка. Ох, я бы сейчас на месте кликов отправлял, ты первых уже бегом через банан на захват. Ох, забрали у нас Тёму. И похоже, что сейчас еще и отстреляют всех остальных. Сипуми сейчас должен накидывать, должен пробивать в первую очередь. Ты первым надо лететь в сторону захвата как можно быстрее. А команде Клик надо отстреливать, надо жить. И да, ой, добрали Тэшку. К сожалению, добрали Тэшку. Ну, ни в коем случае не врываться соткам сейчас, потому что на них уже едут. Один из 100 пошел обходить, пошел в сторону захвата. Ну, Speed Gaming, конечно, резко сыграли, резко дали и поймали на перетягивании на гору кликов. Видимо, смотрели, как ребята играют пошлый бой. Ну, хорошо, забрали тройку. Браво. Сипуми нельзя сейчас выходить, потому что его могут законтрить. Ну, хотя там один из третий, он может хорошо раздать барабан. Всего лишь один. Отлично. Нельзя забывать, что 50-100 сейчас обходит со стороны базы кликов, может зайти в корму, и сейчас всего лишь 2 танка, 4 все-таки танка, 1-50-100 заходит сзади, да, через базу, он уже, в принципе, понимает, это команда Клик, забрали Джаста, к сожалению. Ну да, Speed Gaming, далее, ребята. Да. Все-таки похоже, это КГ от команды Speed Gaming. Поймали ребят, забрали у нас уже. Забрали всех, остался только Лафыс на Т1. Поймали просто на вот этом движении. Нельзя же так сразу уходить на гору, нельзя же так сразу залазить в бойницы. Надо же понимать, что все-таки это информация. Ну да, вот это и Rush. Rush сыграл команда Speed Gaming в финале. Ну и ждем вторую пару полуфиналистов.
Ну а что я еще могу сказать, что по турниру сетки команда Kung Fu и Life у нас прошла дальше. Она прошла команду с левым ПКД. И команда Speed Gaming у нас прошла дальше. Ну и что, мы сейчас похоже, что увидим финал. Ну давайте ждать и надеяться, что он начнется очень даже быстро. Best electronic music from all over the world. We'll be right back.
electronic music from all over the world.
skies over my head. Golden sun over our heads. Baby, I love you, it's all that she said. Как вы можете видеть, финал у нас состоится прямо сейчас, буквально через 23 секунды. Ну и смотрим за сетапами у команды Kung Fu Live. Три сотки 23-х, 21-х, у команды Speed Gaming три сотки 23-х, 1-1. Карта Энс. Ну и ждем хорошего, красочного, зрелищного, быстрого, агрессивного, ну, как его еще назвать, красивого боя. Итак, команда Kung Fu занимает город, и команда Speed Gaming также занимает город. Похоже, битва будет именно там. Ну что ж, пока стоят, пока ждут команды, возможно, сейчас будут блайнды, пока позиционно все. Примерно догадываются, видимо, кто где стоит. Но сразу так выйти, например, Speed Gaming, как в прошлом бою в полуфинале, не решаются, просто сразу выехать и начать рашить с какой-то стороны. Такого уже не будет, это уже финал. Это уже посерьезнее немножко. У команды Kung Fu вроде как собирается у нас ближе к первой линии, в первой части. Что, будет оттуда ехать, будет оттуда рашить, возможно, на 50-100, но... Что получится, сейчас увидим. Сотка встретит, да, обменялись. Обменялись просто выстрелами пока что, и все. Попытка еще прострелить по сотке от Мариарти. Но она не увенчалась успехом.
Потому что команды знают, кто где, знают примерное расположение танков, по-любому и точно. Обе команды в городе, никто перетягиваться и переезжать не хочет, на захват тоже вставать неохота, прострелы идут. Осталось нам дождаться тайминга и посмотреть, как будет. Будут действовать обе команды. Оттягивает назад соток, перетягивает и сок третьих. Пытка поймать через бойницу сотку. Возможно, и со третьего тоже поймают через бойницу. Там ты первый. И ты первый стал, по-моему, на то, чтобы просто дали по нему шот, выехали, забрали его, возможно. Фундамент он уже отхватил через бойницу. Вся команда просто кунг-фу перестрелится с одним и сом третьим через бойницу. Ну, еще сотка, конечно, там помогает вроде бы. Ну что ж, пошла все-таки такая быстрая игра, и надо следить. Доктор у нас сейчас с Минимаусом будет воевать, и что кто кого. Доктор, ой-ой-ой, как доктор-то выхватил, очень даже неплохо. Похоже, что доктора доберут. Нет, все-таки он справился с тройкой. Надо уходить в сейф. А, нет, ай-яй-яй, как подставился. Как подставился, выехал кормой и подставился. 1-1. Потеряли сотку, потеряли тройку. Пока что 1-1. Пошел захват от Тэшек у команды Кунг-Фу. И команда Кунг-Фу выходит сейчас всеми силами, выходит на СА-3, будет его отстреливать. Так и есть, уже дали на 1000 втроем. Еще дали, и последний шот остался. Да, так и есть, добрали СА-3. Захват тоже бежит неумолимо, сейчас 50-100. А захватит даже не думает о том, чтобы его сбивать. Он думает о том, чтобы просто надо отстрелять команду Кунг-Фу. Забрали тройку, забрали Мариарти. Ракетмена тоже добирают, и надо сбивать. В первую очередь надо сбивать, но Калада добирает сотку. Успеет ли 50-100 крошка картошка сбить захват? Да, успевает. Успевает спокойненько, очень спокойно успевает, добирает. Ну и осталось Каладу только отстрелять. Да, сейчас команда отстреляет. Ну что ж, команда Speed Gaming выигрывает с победой их. Команда Speed Gaming победители этого капа. Я их поздравляю. Ну а вас призываю подписываться на канал, приходить на турниры, выигрывать голду, участвовать, записываться, создавать свои команды. И завтра нас ждет 7.54. Завтра будет интереснее. Приходите. Всем пока, всем до встречи. До свидания.